который автоматически одновременно играет роль 1/8 финала. Если вы заметили, на столах у наших уважаемых судей нет табличек с оценками, то есть главными оценками сегодня, друзья, являются ваши аплодисменты, ваш смех и хорошее настроение. Вот надо больше немножко аплодировать нам сегодня, вот так вот. Ну и, друзья, раз уж речь зашла о судьях, то я с удовольствием представлю их по именам. Дальнейшую судьбу этих замечательных команд сегодня решают замечательный певец, прекрасный музыкант Беркут. Один из лучших дизайнеров Казахстана Куралай Нуркадилова. Любимчик девушек Казахстана, популярный певец Айкон. Популярная актриса, замечательная девушка Асель Сагатова. Президент открытой лиги КВН Казахстана Тимур Ержанов. Директор телеканала «Ел Арна» Айгуль Мукей. Дорогие друзья, по традиции несколько слов благодарности в адрес наших партнеров замечательных. Телеканал «Ел Арна» и открытая лига КВН Казахстана выражает благодарность официальному партнеру, президентскому фонду развития государственного языка. Аплодисменты. Также благодарим Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Типографию АБК Плюс. Официальную газету чемпионата, газету «Вечерний Алматы». Ну и, конечно, ювелирный дом «Эмеральд». Итак, дамы и господа, мы начинаем 7-й открытый чемпионат КВН Республики Казахстан. Дорогие участники, ни пуха, ни пера. Формат фестиваля у нас традиционный, каждой команде дано. Задание дано примерно 6-7 минут, чтобы доказать свое участие играть в 1/4 финала нашего чемпионата. И первой на сцену приглашается замечательная команда, сборная Казахстанско-Американского университета. Good evening, dear friends! We ready to start, and we ready to victory. Как вы поняли, мы из Казахско-Американского университета. Казахско-Американский университет очень похож на Соединенные Штаты Америки. Наши студенты едят только хамбургеры, чизбургеры и хот-доги. Наши студенты хорошо играют в регби, однако плохо играют в футбол. И у нас есть свой черный квартал. Не выпендривайся, скажи проще, общага. А так проходят наши занятия. Аллилуйя, братья и сестры! Аллилуйя, препод! Ма, можно выйти? Встань и иди, сын мой! О, Боже, он встал и пошел! Аллилуйя! А сейчас пришло время пожертвований. Пожертвований на шторы? Аллилуйя, братья! Аллилуйя! Ректор любит вас! Аллилуйя! Ректор простит вам все грехи! Аллилуйя! Это звонок, мать его! Я отпускаю вас, дети мои! Аллилуйя! Смотрите, Миша с отпуска вернулся! Пацаны, я с подарками! Опять магнитики! Достали твои магнитики! У меня холодильник уже, как один большой магнит. Сестренка хотела сок попить, к холодильнику брекетами прилипла. Так в школу с холодильником и пошла. Все знают, что сборная Казахстана на зимних азиатских играх завоевала более 70 медалей. Итак, Акимат награждает победителей. Поздравляю, пятикомпная. Поздравляю, четырехкомпная. Поздравляю, трехкомпная.
Двухкомнатная. Однокомнатная. Общежитие. Поздравляю. Да сколько у вас? Лови дыхание мое, как я ловлю твое. Казах устроился во французский институт генетики. Вы что, сумасшедший? Это же единственная клонированная овечка. Оу, баурым, курбанайт хам болсын. Лови дыхание мое, как я ловлю твое. Друзья, друзья, а сейчас на сцену выйдет спонсор нашей команды. Пока до вас скакал, два раза упал. Ну здравствуй, дорогой! Ну здравствуй, а моя правда 200. Так, что тут у нас? Зарплата учителя? А ты что смеешься? Стипендия студента аграрного. Ну здравствуй, командир, может договоримся. Здорово, пацаны. Лам, кстати, ты куда всех мужиков на 8 марта убежал? Да я татуировку себе делал. Прикиньте, она еще светится. Салам алейкум, крупняк. Эй, братишка, есть что по мелочи? Потеряйся отсюда, мелочь пузатая. Кстати, мужики, я в Америку собираюсь. По Work and Travel? Не, по Western Union. Встретимся? Конечно, запиши мой номер. Видите, когда мы поодиночке, вы нас не цените. Но когда нас много, мы такого шуму наведем. Смотри, а доллар убежал. Ничего, догоним. Друзья, друзья, давайте возьмемся за руки. И взявшись за руки, все вместе 3 апреля пойдем на выборы, чтобы догнать и перегнать доллар. На сцене была сборная КАУ. Сборная КАУ благодарит своих замечательных болельщиков за поддержку и понимание. Продолжаем парад выступлений наших команд на сцене КЗНТУ имени Сатпаева. Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Перед вами команда Казанского национального технического университета «Технарь Политех». Друзья, я рад, что я стою на этой сцене. Я вообще рад, что я играю в этой лиге. Я рад, что на этот раз не я смотрю на Асель Сагатову, как обычно, а она на меня. И вообще, я рад, что я КВНщик. Подожди, Алмаз, ты хочешь сказать, что ты КВНщик? Ну да. Ты в 1/4 играл? Играл. Это когда было? Давно, еще когда проезд 25 тенге был вот тогда. А ты в 1/2 играл? Играл. А шутки прошли? Издеваешься? Ну конечно прошли. Туна прошли. Ну расскажи вот один прикол, который действительно взорвал зал. Ну, когда мы в полуфинале играли... Вы же КВНщики! У нас здесь все ваши фотографии, все ваши игры. Вы же команда Туркестан? Что, пацаны? А там? Ты опупел, что ли? Что, опупели совсем, что ли? Какой Туркестан? Сотка есть? А вы что, с политеха? Да, мы с политеха. И мы начинаем! Итак, первая наша миниатюра – музыкальная школа нового времени.
А, да, входите. Здравствуйте. О, студент Салхаров? Да. Здравствуй. По какому поводу? Я хочу сдать экзамен по битбоксу. Да, пожалуйста, вот билеты. Билет номер 14. Первый вопрос. Сочетание звуков «ц» и «к». Да. Ну, существует два вида сочетания этих звуков. Правильно. Теперь добавляй бас. Нет, неправильно. Как ты делаешь? Вот что-то не так вот. Повтори, что ты делаешь? Стоп. Только раз тебе повторять. После «пум» никогда не стоп. Между ним всегда должен стоять. Я понял. Молодец, Шалтан. Ведь музыка — это ритм жизни. Как говорил великие и мудрые байкописовцы. What you gonna do with all that show? All that show, this side of show. Урок анатомии физико-математической школе. Здравствуйте, дети. Итак, записывайте тему нашей лекции «Откуда же берутся дети?». Так, записывайте. Между двумя обкладками конденсатора помещают железный сердечник, который в результате колебательных и вращательных движений создает между ними силу трения. В результате поднятия КПД тепловой машины и абсолютной температуры сердечника на свет вырывается поток фотонов, который образует новый атом. И главное, дети, запомните, как сказала великий физик современности Анфиса Чехова, каким бы ни был потенциал молекулярно-корпускулярной теории сердечника, главное, чтобы он был нейтрализованным. У каждого у нас в жизни был свой выпускной, итак, давайте посмотрим, каким же был выпускной у наших друзей. Мам, ну хватит меня позорить, мама! Перенесемся на казахский Джайляу и посмотрим на пастуха, который пасет своих овец более 50 лет. I want to kiss, I want to touch, I want to cigarettes, oh! Don't call my name, don't call my name, Alejandro. Немного неадекватные люди в кинотеатре. Вы что, икра с той стороны? Итак, дорогие зрители, в конце игры мы хотим сказать. Мы, команда Политеха, а точнее... Казахского национального технического университета имени Каныши Монтавича Сатпаева. Хотим слышать в свой адрес не такие слова, как «Идут ли девчонки?» Одна в хлам ужасный, другая тоже с политеха. Или «Пацаны с политеха, можете на Хэллоуин без масок приходить». Но мы хотим слышать в свой адрес и такие теплые слова, как... Вы же команда «Технарь Политех»! Перед вами была команда «Технарь Политех»!
Команда КВН «Казанту» имени Сатпаева, команда КВН «Технар» «Политех» благодарит своих замечательных болельщиков за поддержку и понимание, которых сегодня очень много. Дорогие друзья, в свою очередь хочу еще раз напомнить, что нашим официальным партнером является Президентский фонд развития государственного языка. Салам алейкум, Алмата, с каждым годом красиво, перед вами останемся, так что будем веселиться. Очередной фестиваль, все команды собрал, передаем всем привет, танцуем в стиле Астана Кейзе. Салам алейкум, Алмата! Перед вами выступает команда КВН СВ. Для начала хотелось бы сказать, что казахская музыка самая уникальная, потому что можно ее использовать с зарубежными музыками. Давайте посмотрим. Лучшие тусовки у нас в клубе-клубе, где лучшие подруги у нас в клубе-клубе. Если нужен я тебе, ищи меня в клубе, если нужен я тебе, ищи меня в клубе. I am a sexy guy, sexy guy, hey, hey! I am a sexy guy, sexy guy, hey, hey! I am a sexy guy, guy, hey, hey! I am a sexy guy, sexy guy, hey! Сначала случай в криминальном районе. Смотрим. Да ну на... Мало кто знает, что в знаменитую игру Mortal Kombat добавили нового казахского батыра по имени Жанибек. Смотрим его первый бой. One, two, fight. Финишем. Хорошо работа, Жанны Бек wins. Хорошо реалити. Реклама на ночном железнодорожном канале. Тебе скучно? Тебе одиноко? Тебе нечем заняться? Может, я тебе заправлю постель? Или принесу чай? Но... Нет? А, ну извините. Тебе скучно? Тебе одиноко? Урок английского языка в сельской школе. Good morning, children. Good morning, teacher. Who is on duty today? I'm on duty today. Who prepare homework? I'm on duty today. That's very funny, Кимбаев. Go to the blackboard. К доске, Кимбаев. So, tell me about your homework. Сочинение. Сочинение! Okay, okay. Who is on duty today? I'm on duty today. Who is on duty today? I'm on Кимбаев. On duty. Кимбаев. On duty? Кимбаев, stop. Как я провел летние каникулы? Okay. Who is on duty today? I'm on duty today. Who is on duty today? I'm on. Who is on duty today? I'm on duty today. Who is on duty today? Who is on duty today? Брат. 86, I'm on duty today. Yeah, I'm on duty today. Who is on duty today? Who is on duty? Yeah, hello. Yeah, who is on duty today? I'm on duty today. I'm on duty today. Yeah, I'm on duty today. Кимбаев, stop. Yeah, I'm on duty today. Oh, God. Do you know any words except who is on duty today? I'm on duty today. Я спрашиваю, ты другие слова знаешь? Go to the blackboard.
Компания «Казахстан Тимир Джола» совместно с «Казахфильм» сняла первый фильм ужасов. Смотрим. Здравствуйте, как мне купить билеты в Караганду? Что, совсем нет билетов? А, у меня есть билеты, внучек. Спасибо, дедушка. Не за что. От создателей Алпамыс идет в школу и восставших из ада. Эй, это мое место. Немедленно уступите. Нет! Проклятые гастарбайтеры, у меня есть билет. Но нет! По роману Стивена Спилберг-Баева. Проводник, почему влажные простыни, скатанные матрасы и чай пахнет ржавчиной? Что здесь происходит? Это происходит ежедневно, с каждым. Станция Старый Шаган. Закрывайте двери, спасайтесь, кто может. Рыба, рыба, берем мясным творогом, рыба. О, нет! «Казахфильм» представляет самое ужасное, что может быть с человеком. Блокбастер, поезд, как считал Хазларда. Проклятие плацкартного вагона. Друзья, и закончить наше выступление хотелось бы песней, которую исполняет моя бабушка, каждый раз принимая ванну. Кыз болса келіндей ай, I believe that I can fly, атамекен ай. Улетают самолеты, где находят пароходы, а на дороге поезда. Но эти сезоны мы не проходим, проводниками все уходим, как часов на глаза. Спасибо! Ночь, это странная свобода, от заката до восхода. Друзья, мы продолжаем. На сцене еще одна не менее замечательная команда. Неверный город, верный Алматы. Уважаемые любители сходить на три веселые буквы. Все команды связаны между собой родственными или семейными отношениями. Наша команда связана общим долгом в 100 тысяч долларов. Давайте познакомимся с жертвами ипотеки. Это Дина. Когда твоя девушка больна? Дина секс-хлопушка. Просто секс-бомбу ее никак не назовешь. А это Дана. А может быть корова? Это Лаура. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Лаура находится в активном поиске второго полушария. Пока единственного. А это Бинали. Бинали имеет самый высокий ICQ в нашей команде. Может, IQ? Если было бы IQ, ты бы не был нашим реквизитором. А что такое реквизитор? Принеси стул, узнаешь. Друзья, как вы заметили, команда преимущественно женская. Поэтому, Ильяс, извини, это Элеонора. Друзья, вчера наши Бинали и Лаура сходили на премьеру нового казахстанского кинофильма. Давайте посмотрим. Ну, дорогой, это очень страшный фильм. Дорогой, ну скоро закончится. 800 тенге, вот за вот это. Дорогие друзья, давайте посмотрим, как один из казахстанских телеканалов решил поднять свой рейтинг. Так, друзья, на нашем канале очень низкий рейтинг. Такой низкий, что наших телеведущих собственные охранники на работу не пускают, потому что не узнают. Что будем делать? Какие идеи? Ну не знаю, давайте YouTube по нашему каналу транслировать. Давайте сначала интернет подключим. Можно строительство метро в прямом эфире показывать. Вы хотите побить рекорд Санта-Барбары? Что еще? Что по Екатеринбургу?
Так как в Казахстане звезд мало, я предлагаю 4-й сезон проекта ЕКО Жолдуз назвать просто ЕКО Адам. Отличный день. Что еще? Что еще? О, у меня есть идея. А давайте вечером на кассету российские каналы записывать, а днем у нас показывать. Коллеги, объясните новенькой. Мы уже 3-й год так делаем. Я знаю. Нам нужно закрыть наш канал. И зритель по нам соскучится. Ну, на это лет 50 понадобится. Друзья, это очень серьезная проблема, ее нужно решать. Я решил. Алло, Хабар, у вас вакансия охранника еще свободна? Я согласен. Ну что, будем работать без него? Как? Объясните мне, как мы будем работать без генерального директора? Все, я понял. Собираемся и уходим. Это я еще мягко выразился. Впервые выяснение отношений между девушкой и парнем на ринге. Добрый вечер всем любителям выяснения отношений. Мы ведем прямой репортаж с центральной арены любви, где проходит бой. Ты поссорился со мной 7 марта, чтобы 8 подарок не дарить. А ты не поздравил меня с 23 февраля. Подожди, подожди. В Казахстане же 7 мая празднуют. Да ты и не служил. Ну-ка, скажи, когда у меня день рождения? Ну вот, вот. Это нокдаун. Но нет, парень поднимается. Да когда мы смотрим футбол, это не в НТЭ в беленьком. Это мадридский Реал. И вообще, ты паркуешься в столб. И да, ты поправилась. Доченька, доченька, я помогу тебе. Я переезжаю к вам жить. Ай-яй-яй, запрещенный прием. Привести свою мать. Дин, прости, но я тебя люблю. Молодец, нокаут. Давай, мужики, давай. Нет-нет, вы не поняли. Я действительно ее люблю. Хотелось бы обратиться к мужчинам. Мужчины, почему вы нам, женщинам, говорите, что мы самые красивые, а на рабочем столе у вас стоит Анджелина Джоли? Почему вы можете поднять диван, кресло, но не стульчак от унитаза? И помните, парни, собираясь в гости, от того, что вы быстро одеваетесь, скорость нашего одевания никак не меняется. И вообще, где наш обещанный миллион алых роз? Кстати, уважаемые мужчины, если вы хотите подарить своей девушке миллион алых роз, задумайтесь, миллион – это четное число. С вами была команда КВН «Неверный», город «Верный». Любите нас! Продолжаем, друзья. На сцене сборная «Казну» имени Аль-Фараби. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Как вы, наверное, заметили, мы не отрепетировали свой танец. Многие другие команды репетируют днями, ночами, но мы вообще не репетировали. Да что там, мы уже месяц не репетируем. Да что там месяц, мы уже этот танец 2 года не репетируем. И какая разница? Какая разница? А если честно, этот дворец студентов, это наш дом. Мы здесь учимся, мы здесь... Мы здесь учимся, мы здесь репетируем, мы здесь даже душ принимаем. Ну-ка, Миша, докажи. Келинг загай. Мандангый. 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 Пожалуйста, вот. Мы в этом дворце студентов, мы здесь ночуем даже. Например, вон где сидит Айгуль Мукей, я там сплю. А вон где сидит Беркут, там спит наш Бекар. А когда там Бека не спит, мы там в футбол играем. А вон где сидит Асель Сагатова, там спит наш Эрик Сагатов. Вы что, не верите, что ли? Эрик, докажи.
Пожалуйста. А вон где сидит Тимур Рижанов, там и спит Тимур Рижанов. А вон пацаны, где... Тонь, трубку возьмите, у меня руки мокрые, посуду мою. Хорошо. И, кстати, человек всегда посуду должен мыть. А кто еще должен? Пусть Бека моет. А Бека не может. Почему это? Бека мой, братишка. Бека, сходи за сушником. Поставим. Пусть тогда Ерик моет. Ерик тоже не может. Почему Ерик не может? И только ночью. А вы, парни, как борщ? Че, на второй день лучше, что ли? Без капусты вообще не нужны. Хватит, успокойтесь, тихо. Давайте уже начнем играть. Че, с ним? Уважаемые друзья, глядя на нас, вы можете вспомнить правила русского языка. Женский род, мужской род и средний род. В смысле средний? Я девушка. Ну хорошо, как тебя зовут? Саша. А фамилия? Степанько. Ты о чем здесь говоришь? Да ладно, друзья, о чем мы спорим? Вот перед вами стоит красивая девушка, да? Боком повернись. Пацан пацаном! Все, хватит, тихо, успокоились. Мы все-таки в Алмате. А Алмата — это пафосный город. И че? Поднимите. Поехали. Добрый вечер, Алмата! Встречай эксклюзивный кыргызский юмор. Девушки с голубыми глазами самые красивые, а девушки с голубыми друзьями самые верные. Между тем, парни при виде красивой девушки теряют дар речи. Где-то на улице знакомимся. Разгаре, и у нас случай в тему. Где-то в военкомате служим. Пять! Нет. Семь! Родине служить будешь. Настоящим мужиком станешь. Добро пожаловать в армию. Я вообще-то парня пришла провожать. Ну что ж, друзья, продолжаем дарить вам кыргызский юмор. Наргиза, угадай, кто? Сволочь! Вообще-то, Саид... Сволочь, ты мне весь макияж размазал! Да, друзья, и так бывает. Обезьяна Чи-Чи-Чи привезла Чо-Чо-Чо из Чу-Чу-Чу. Я думаю, все догадались, о чем идет речь. А речь идет о Исыкуле. Случай на Исыкуле. Welcome. Ну, мужчина, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Вы из Казахстана, да? Такой милый. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, мужчина. Девушка, да не куплю я уже чебачки, ну! Друзья, а на телевидении очень-очень много рекламы, и люди начали уже сходить с ума. Итак... Уважаемые пассажиры, уважаемые пассажиры, внимание! Одну ногу я побрил обычным станком. А на другую я намазал зубную пасту Блендамец. И как вы видите, на ковре ни одного пятнышка. Так что покупайте мистер Мускул. Мистер Пропер, пейте охлажденным. Ведь Ким Чен Ир изобрел корейские ракеты дальнего действия. Теперь с крылышками... Корейские ракеты дальнего действия убивают даже те микробы, которые другим не под силу. Именно поэтому я пользуюсь подгузниками Хаггис. Подгузники Хаггис.
просто добавь воды. И вы великолепны. Ребят, ребят, вы знаете, между миниатюрами гулял по городу, и знаете, что заметил? Что Бишкек и Алматы очень похожи. Вот, к примеру, у вас есть красивые девушки, и к нам они приезжают. У нас живут кыргызы, и у вас живут кыргызы. У вас есть красивые, дорогие автомобили, и к нам они приезжают. Зато у вас нет Бишкека, а у нас есть. Пока Шымкенту, пока Алматы, столица Казахстана. Уважаемые друзья, еще раз с удовольствием сообщу, что нашим официальным партнером является Президентский фонд развития государственного языка. Мы продолжаем. На сцене еще одна не менее замечательная команда, представляющая Казахскую академию труда и социальных отношений. Команда КВН «ЛОЛ» Казахи Слон. Здравствуйте, перед вами команда КВН «ЛОЛ». Случай на экзамене. Катерина Владимировна, понимаете, я не готовился к вашему предмету сегодня, и поэтому это коньяк вам. Как вам не стыдно? Вы же так хорошо меня знаете. Закодировалась я. Ну а мы продолжаем случай в семье. Мам, дай денег. Не дам. Ну и ходи на 8 марта без подарка. Мало кто знает, что охранники ночного клуба днем подрабатывают в университетах. Так, стоять, куда? Как куда, на пары? Сколько лет? 18. У нас 21-го. Свободен. Так, стоять, у нас в спортивке нельзя. Я физрук. Тем более, на физику в спортивке нельзя. Следующий. Так, стоять. Флаер есть? Может, студенческий? Какой студенческий? Студенческий знаешь, где будешь показывать? В универе у себя, а это? Проходи, ладно. Знакомая ситуация. Три девушки поймали такси. Ага, нам три адреса, все по пути. То ли Бисайна, Саяхат, и куда там тебя? Каменка. А, в Каменку, с заездом. Сколько? 200. Ой, мало. Ой, мало. Езжайте, сейчас, не беспокойся, я своему позвоню. Давай. Алло, Жаном, привет. Забери меня с друзьями. Ну, 200. Ну, а, не можешь? Ну, ладно, ну, давай. Фу, говорил же, надо было на автобусе приехать. Дорогие друзья, наверняка каждый сталкивался с такой ситуацией, когда родители помогают сыну выбрать университет. Сынок, ну давай уже решать, КИМЭП или политех? Не, в политехе сотки отбирают. Ха, тоже мне проблема, в КИМЭПе лицензию отбирают. Ну давайте бросим жребий. Хватит того, что ты школу бросил. Внучок, иди в аграрный. Да я лучше год в армии, чем 4 в аграрном. Отправьте меня за границу. Хорошо. Знаешь, в Бишкеке есть очень хорошие университеты. А, сам там. Сынок, твой прадед был агроном. Дед агроном. Отец агроном. Останови это безумие. Знаешь, лучше иди по стопам дяди. Отсидеть? В первую очередь он врач. Не, в медицинский я не пойду, я крови боюсь. Ну все, тогда политех. Пап, я говорю, я крови боюсь.
Братик, давай в СДУ. Донер Сахтасн. Так, все, идешь в Казгу. В Казгу он будет одним из тысячи. Ну пусть тогда идет в Кайнар. А в Кайнаре одним единственным. Ну зато когда в Кайнаре диплом получаешь, специалист можно самому вписать. И что в этом хорошего? Ну как ничего? Ну, вот как пусть он учится. И куда он пойдет? Стоп! Все, мам, пап, давайте не будем спорить. У меня вся жизнь впереди. Я ведь только в 4-м классе. С вами была команда КВН Лоу. Спасибо. Команда КВН Казатисо Лол выражает благодарность проректору по воспитательной работе Бейсеитовой Гульнаре Сериковне. Друзья, мы продолжаем. На сцене сборная Юкугу, город Шымкент. Команда КВН Тауке Хана 5. Добрый вечер, Алматы! И мы бы хотели начать игру с великих слов великого поэта и писателя Мухтара Ауэзова. Поехали! Куда, куда, куда? Итак, сразу же первая зарисовочка. Представьте себе, девушка из Карганды всю жизнь проработала в шахтах, а теперь выходит замуж. Встречаем! Великий русский поэт, блог обижен на нынешнюю молодежь. Дорогая молодежь, хватит писать чушь в блог. И мы идем дальше. Встречаем. Две гламурные девушки из Айнабулака идут тянуть канат. Чуть не то. А, дура! Ты туда иди! Стой! Тяни! Идем далее и смотрим, как два ненавистных друг другу рыбака ловят рыбу. И представим себе, баран в душе. Летящей походкой ты вышла из мая. Летящей походкой. Эй, баран, ты что делаешь? А? Ты что делаешь? Купаюсь. А зачем? Завтра с Курбаной. Летящей походкой. А теперь смотрим. Женский теннис глазами битбоксера. Узбекские ученые доказали, что секс существует. Монгольские протестуют. Не поверим, пока не потрогаем. Идем дальше. Смотрим, как наши студенты получают стипендию. Адель, пойдем. Что? Говорят, стипендия поступила. Эй! Да, пойдем в банкомат. Пошли в банкомат. Пошли, пошли. Здравствуй, ой, великий банкомат. Я так люблю это. Так, хоп. Пин-код спрашивает, пин-код. Ну, наверное. Не смотри, не смотри. 57, 12, ой. Ну ладно. 15 200. Что-то не дает. 15 100 попробуй, ладно. 15 100.
жүзтенгіз садақа саған. Слышь, он вообще не дает. Че, давай по-нашему, да? Слышь, деньги гони. Деньги гони, говорю. Деньги гони. Деньги гони, говорю. Деньги гони. Мне деньги надо, Деньги гони, говорю. Адель, стой. Дай я сам сейчас попробую. Дай, Адель. Туда иди. Ты тоже пойми, братишка, у меня брат просто... Ученые всего мира негодуют. Кто же родители внучки Деда Мороза? А у нас новогодний случай в Шымкенте. Ты-то Дед Мороз. Да, я. Че, принес? Принес. Че это? Игрушка. Возьми. А ты принес? Да. На. Чё это? Стишок, сам выучи. В этот день даже сильный пол становится слабым. 8 марта в Шымкенте. А, папа. Здравствуйте, бабуль, цветы почём? Привет, сын. 500. Ну, дайте вот этот цветочек мне. Все, вот ваши деньги, бабуль, будьте счастливы. А мне никогда никто цветов не дарил. Бабуль, эти цветы вам. Будьте счастливы. А мне-то никогда никто и на свидание не приглашал. Бабуль, я вас приглашаю на свидание. А меня-то никогда и замуж никто не приглашал. Все мы любим и чтим КВН, и у каждого из нас есть маленькая мечта о КВНе. Ну, к примеру, а нет, какая у тебя мечта? Я с детства хотел быть в конферансье и делать вот так. Нурбек, а вот у тебя какая мечта, скажи нам? Я хочу, чтобы в дальнейшем КВН Казахстана поднимался все выше и выше. Влад, а вот у тебя какая мечта? А клубула пушком келеда. Но есть главное, между Шымкентом и Алматой одна связь. Вечная любовь, все сильнее ты страшна, и путь один, что заведет она, минуя враг. Команда Таукехана 5 благодарит ректора Южно-Казахстанского государственного университета имени Мухтара Ауэзова, доктора химических наук, академика Бишимбаева Уалихана Козикевича. Друзья, мы продолжаем. На сцене молодежная сборная Казахского экономического университета имени Турара Рыскулова. Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует молодежная сборная Казахского экономического университета имени Турара Рыскулова. Ну что, ребят, как 8 марта прошло? Да не очень. Хотел свои постер Жолбарыса Сейфуллина подарить, но у него только календарики. А я, чтобы подарок не дарить, решил со своей 7 марта поссориться. Но она ушла и не повелась, все стерпела. Измену, побои, унижение. Пришлось дарить. Ну что было, то было, а мы продолжаем. Как вам известно, в любой стране есть богатые люди. Итак, представьте, самый богатый человек Саудовской Аравии. Самый богатый человек Российской Федерации. Ну и, конечно же, самый богатый человек Казахстана. И это я только неделю работаю. 8 марта. День чудесный. Представьте, как молодой человек дарит своей девушке подарок. Милая, у меня есть для тебя подарок. Это то,
о чем ты мечтала всю свою жизнь. Таблетки, которые увеличат мою грудь. Угу. Фен. Фен? А что же я подарил своей бабушке? Самый догадливый человек. Здравствуйте, меня зовут Бекжан. Я догадался. Ну смотрите, у нас есть диаграмма, мы думали, то, что здесь пройдет резкий подъем до 35%, но его не будет. Но откуда вы знаете? Я догадался. Концепция. Простите, что? А это ваш вчерашний сканвор, третий по вертикали. Кстати, у вас не будет на актив? Нет, на Билайн. На Билайн не будет. А как ваша дочь? Какая дочь, у меня только сын. У вас есть дочь. Вы помните выпускной 2003 года? Че, думаешь, самый догадливый? Да. Знаешь, где вчера твоя жена была? Догадываюсь. Ты догадываешься? А я знаю. А сейчас представим. Парень в первый раз в гостях у девушки. О, фотоальбом. Можно? Да, конечно. О, это ты где? Это я в Афинах. Загадочное место. Ой, смотри, а это я в Лувре. Смешное слово, да? Да. А это, наверное, твой брат, да? Так похоже? Нет, милый. Это перед операцией по смене пола. О, смотри, а это я в армии. Представьте, Алматы, весна, свидание. Дорогая, в этот весенний день я не купил подарков, не купил цветов. Но я хочу подарить тебе самое дорогое, что у меня есть. Себя. Секундочку. Ну что, тек твоей? Поехали! Обычная ситуация. Муж возвращается домой после работы. Ах уж эта работа. Привет, милая. Слушай, нам нужно развестись. Так, подожди. Кольцо верни. Кольцо верни, говорю. Кольцо верни. Ух, дорогое кольцо-то. Ой, не та рука. А у нас реклама. Тебе грустно. Хочешь испытать острые ощущения? Не хватает крупных поворотов и переворотов. 63-й автобус. Мы ждем тебя. Заехать, детский мир, зеленый базар Тохта! С вами была молодежная сборная «Козел» имени Турара Рыскулова. Молодежная сборная «Козел» благодарит ректора «Козел» имени Турара Рыскулова, доктора экономических наук, профессора Абишева Али Ажимовича. Дорогие друзья, мы продолжаем, и вновь на сцене гости нашего города. Команда КВН, сборная Кустанайского инженерно-экономического университета имени Мырзакыпа Дулатова. Кустанайский инженерно-экономический университет имени Мырзакыпа Дулатова. Ветер любви нас занесет, город судьбы, столицу грез. Привет, Алмата, привет, Алмата, привет, Алмата. Ассаламу алейкум, Алмата! Чтобы победить в этом сезоне, мы готовы на все! Как вы уже догадались, с нами приехал наш кумир 90-х Сильвестр Сталлоне. Сильвестр, вы нам поможете? Да, конечно, есть у меня одна история. Сижу я как-то с приятелем в ресторане. Ну, мы так с ним мило побеседовали. И он ушел ни с чем.
Сильвестр, извините, конечно, а что такое вот этот ваш? Просто это я в процессе разговора ему руки ломал. В общем, подходите вы к жюри. Нет, стоп. Мы так не можем, мы очень воспитанная команда. Ну что ж, юбилейный сезон. Мощный состав, друзья. Стоп. Это у нас мощный состав? Да, у нас мощный состав, что тебе не нравится. У нас мощный состав? Давай проверим, какой у нас мощный состав. Музыку, что-то я перенапрёкся. Ну что, поехали? Алмаз, хорош нашего музыканта проверять? Я просто в нём сомневался. А ты молодец, у тебя хороший потенциал. Ну что ж, дамы и господа, поехали! Мы ж казахи! Поскакали! Оп! Кинел! Уважаемые друзья, ну и для начала случаи в Евросети. Ну здрасте! Вот вы где ходите! Здравствуйте! Телефон-то ваш сломался! Да ты чё? Да не, нормально работает, что ты там развелся. Я говорю, телефон, который я покупал у вас вчера, не работает! Зарядка-то сдохла! Почувствую! Вы что, издеваетесь? Я говорю, меня никто не слышит! А? Я говорю, а меня никто не слышит! Брат, ну это общие социальные проблемы урбанизированного общества. Нас не слышат. Какого общества? Урбанизированного? Не, вы что, издеваетесь? Он реально не работает. А если он не работает, ты не работаешь. Как вы друг друга содержите? Я не понимаю, у меня общий... Короче... Там, где холодно и грустно. Случай в морге. Алло, кого? Если чё, меня здесь нет. Продолжаем «Однажды в казахской семье». Ассаламу алейкум, окей. Это Юля, она будет жить с нами. А будущая Келин Юля знает, что она должна будет готовить? Да. Стирать? Да. Шить? Да. Мыть? Да. Варить? Да. Юля! Ну что ж, мы продолжаем, и хотелось бы... Не, храбрись, но не... Чё? Не. Клима. Фуф, отпустила. Кинел. Представьте такую ситуацию, парень возвращается после выпускного вечера домой. Ух, я. Вот это погулял называется. Надо сейчас собраться с мамой и поговорить, чтобы не спалиться. Мамочка, привет! Очень выпускной прошел хорошо, значит, вы танцевали от души. Мария Ивановна довольная, вот. Что дальше? Ну как что-то, значит, диплом получил, в армию схожу, значит, невеста, там, жена, дети, вот. Что дальше? Все. Что все? Все, не могу больше. Мама! Ну что ж, мы на Азиаде и сразу же переносимся на бобслейную трассу, где наши спортсмены берут свой старт. Ой-ой, я как-то кеширус, я вас не заметил, садитесь. А и плавно переносимся на площадку, где упорно разминаются наши кёрлингисты. Ребят, ваш выход. Мы
Ну и наконец осталось посмотреть на наших казахских фигуристов. Казахи, что, опять опоздали? Традиция. Традиция. Наступило время достать свой главный козырь сегодняшнего выступления. Встречайте, Константин Эрнст. Кстати, директор Первого канала. Прошу любить и жаловать. Привет, Алматы. Азиада. Молодцы. Молодцы. Конечно, Ель-Арна — это не Первый канал. Ну и Первый канал, конечно, далеко не Ель-Арна. Разговаривал с Тимуром, с Тимуром Бекмамбетовым. А Иржанов молодец. Вчера был в клубе, видел ребят. Костанайцы молодцы. Привет, Алматы. Азиада. Молодцы. Молодцы. Конечно, Ель-Арна — это не Первый канал. Ну и Первый канал, конечно, далеко не Ель-Арна. Разговаривал с Тимуром, с Тимуром Бекмамбетовым. А Иржанов молодец. Вчера был в клубе, видел ребят. Костанайцы молодцы. Кстати, будете в Москве — молодцы. Молодцы. Выучил несколько слов на казахском. Айгуль. Карындас. Молодцы. Все молодцы, спасибо, молодцы. Кимэл. Константин Львович, аплодисменты! Мы точно знаем, что вы юг, а мы жок. Пока Алмата, пока Алмата, пока Алмата. Сборная Кимэл специально для вас, спасибо. Кинео имени Мырзакапа Дулатова выражает благодарность ректору Кинео и Смуратову Сабиту Борисовичу. И завершает парад наших выступлений команда, представляющая Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова, на сцене «Проспект молодости». Добрый вечер, коренные алматинцы и коренные приезжие. Вы знаете, наша команда хочет рассказать всю правду о предстоящих выборах. Молодой человек, лазер убери, не мешай, пожалуйста. Кого нет? Так вот, мы хотели бы рассказать то, что... Так вот, я хотел... Успокой свою девушку, Денис. Да ладно, пришла, пусть болеет. Вы знаете, у нас в команде есть человек по имени Эльдар. Настоящий пример казахской девушки. Не курит, не пьет, в ночные клубы не ходит, мини-юбки тем более не одевает. С парнями до свадьбы не знакомится. Вот я хотел сказать, что Эльдар — настоящий эталон казахской девушки.
Кызым, чайын что-то кою кетті ғой. Кою кетті ма? Қазір жасап жүрем. Ну что, друзья, поехали! Дорогие друзья, 938-я миниатюра про такси. Чё встал, уйди отсюда. Салам алейкум, ага. Абай Вайзакова, 300. Давай 400. Ага, давай ни тебе, ни мне. Ну а кому тогда? Кім? Кім, молодой мужичок? Боламасы, да? Абай Вайзакова, 400 устроит? Да. На, держи. Когда едешь, позвони, поехали. Поехали. Хорошо. Движемся далее. Необычный случай на улице. О, салам аречика! Вауэзава салам! Я вчера так набухар жрал, что прям в охременко. Иду потом по мира, никого не трогаю. С одним плечом столкнулся, он на вид такой ботанический. Но мне Дзержинского, ну я долго не думаю ему, по Котельникова, как Шемякина, он сразу Полежаева. А ты чё? А я на 8 марта с одной познакомился. Такая обаятельная. Ну, по глазам смотрю, Сейфуллина. Ну, она новоивная оказалась. Я ее сразу на Аблайхана. Там всю ночь фестивальная, короче, я радостоец. Потом звонит и говорит, что у нее двойная сплошная. В смысле? Ну, типа она берегового. И что у нас будут мамушулы? Ну все, брат, теперь ты у нее точно подкаблукова. Ты ведь скоро станешь Папанина. Вот конечная. Че, конечная, что ли? За пресс, передаем за пресс. Курьезный случай на перекрестке. Здравия желаю, инспектор Серикбаев. О, Мутурганов, старший? Младший. Да вы все на одно лицо, давай документы. Сейчас. Так, понятно. А чего улыбаемся-то? А? Смеешь без причины, значит, на экспертизу. Да? Че в кармане? Где коробок с зеленым веществом? А? Ну? Ой, вот зеленый. Ты что, издеваться вздумал? А? О, ничего себе! Ну-ка, на Макатаева! Уважаемые дамы и те, кто загасился на 8 марта, представьте, три девушки ловят такси. Так, держимся, хыздар, нормально все. Вся, мотор поймаем, поехали. Все. О, такси! Говорил много не пить. Абая, правда. Поехали. Поехали, девчонки. Все, поехали. Айка! Айка, поехали! Айка, не гони, а! Поехали! Тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай, кызым, кас-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 кас. Мне нужна твоя машина. Так, Чика, не гони, поехали. Ауырмайды жүрек, ауырмайды. Ауырмайды сенің жанды. Просто песня нравится на самом деле. Смотрим далее. Любые 5 утра, любой каганат.
27 800. В смысле? Двойная сплошная, один ремень. Бакет, 100 тенге дай. Да-да. Извините. Солянку справа прими. Стоять, это! Ух! Мой грубик, дайте мне по-тайски. Давайте прервемся на социальную рекламу. Они выделяются из толпы, но на них никто не обращает внимания. Чаще они ходят в очках. Поход в клуб они заменят походом в библиотеку. Они слушают классическую музыку и читают художественную литературу. Именно на них вам посоветуют жениться ваши матери. Девушки, которые не курят, давайте сохраним их вместе. Их осталось всего 20. Молодой человек, а закурить не найдется? 19. Уважаемые друзья, вот вы знаете, нам очень понравилось, как на закрытии Азиады говорил наш аким города. В смысле, говорил на английском. Ну, в смысле, на шала-английском. Да пусть будет лучше на шала-английском, пусть чем на шала-казахском. Учите казахский государственный язык до старым. Респект молодости КАЗЭУ имени Турара Рыскулова благодарит проректора по воспитательной работе и связям с общественностью Джунусова Адиля Мауленовича. Дорогие друзья, парад команд закончен, и на этом первый день фестиваля также завершен. Я приглашаю все команды на сцену. И с удовольствием предоставляю слово нашим уважаемым судьям. Пожалуйста, Айгуль Мукей. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Спасибо огромное, Женя. Добрый вечер, все любители КВН. Добрый вечер, уважаемые участники наших команд. Спасибо вам большое. Вы подарили сегодня нам незабываемый праздник юмора. Мы, если честно, не ожидали, так как это начало сезона, 1/8 финал. Но все команды были молодцы. Я думаю, что зрители согласятся. Давайте еще раз ребятам поаплодируем. Спасибо отдельное. Я хочу сказать... Мне кажется, есть много эмоций. Вот только что, буквально вот минуту назад, нас повеселила команда «Проспект молодости» Турар Рыскулова. Женя, ты хорошо смотришься в качестве ведущего. В команде тебя не хватает, но здесь ты тоже. Ну, спасибо, отлично. Я тоже вот душой был с ребятами. Но я думаю, что вот «Проспекту молодости» Турар Рыскулову скажут спасибо все алматинцы. Вот это вот по поводу Полежаева и Каблукова. Было отлично, супер, ребята, чувствуется, что вы чемпионы. Хотелось бы, конечно, отметить вообще сегодня этот вот настрой женский, вообще женскую такую волну. Девушки сегодня были очень активные, дерзкие, веселые, ну, в общем... Такие, какие должны быть настоящие девушки, участницы КВН. И особенно, конечно, была великолепна ведущая погоды на телеканале «Илярна». Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим гостям, командам, которые приехали. Это в первую очередь Кыргызстан, Бишкек, сборная Кыргызстана. Спасибо, ребята. Конечно же, наша любимая команда «Аксу» в новых костюмах. Наша любимая команда из Кустаная, Астана великолепная, Теміржол, ЮКГУ Шымкент. Но сегодня был класс, сегодня был уровень, спасибо. И вот давайте будем делать такую игру на протяжении всего сезона. И, конечно же, отдельное спасибо за прекрасное освещение темы выборов. Я думаю, что все мы 3 апреля пойдем на выборы, в том числе и благодаря вам. Спасибо, ребята.
Спасибо большое и вам, Айгуля. Продолжаем, пожалуйста, Куралай Нуркадилова. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Спасибо болельщикам за то, что так сегодня зажигали и нас, жюри, не только команды, а энергии, которая передавалась. Я думаю, за кулисами все-таки они очень сильно волнуются, и эта поддержка очень помогает командам. Конечно, если бы у Аксу и Кустаная, Бишкека были бы свои здесь болельщики, было бы вообще бы очень хорошо. Я думаю, что зал согласится с тем, что сегодня они очень хорошо играли и являются уже любимчиками всех телезрителей и нас, жюри. Я думаю, что «Город ангелов» — это вообще просто восстание вообще ангелов. Это было сильно. Когда играют девушки, вообще обычно сложно переиграть мужчин. А сегодня вы были одни из сильных, ну, даже самые, наверное, украшения, наверное, нашего сегодняшнего вечера. Молодцы, девчонки. Кустанай, будете в Москве, класс, хорошо. Спасибо. Ну, спасибо и вам, спасибо за пожелание. Асель Сагатова, пожалуйста. Сегодня действительно было потрясающее выступление. Вы выступали с отличными номерами, я вас поздравляю от всей души. Хотелось бы поблагодарить телеканал «Елярна» за то, что приглашают меня в качестве жюри участвовать. И я получаю огромное удовольствие, смотря на вас. И действительно убеждаюсь с каждым разом, что КВН – это кузница талантов. Вы все просто потрясающие артисты, актеры, я думаю, будущие тоже. И я вас поздравляю с этим. Особенно хотелось бы, конечно же, отметить женскую команду, потому что до сегодняшнего дня женский КВН мною не воспринимался никак. И сегодня вы показали действительно уровень. Девчонки, вы молодцы. Если кто-то не пройдет, я хочу сказать, не расстраивайтесь. Вы все заслуживаете победы, и вы обязательно пройдете в следующий раз. Поздравляю. Спасибо большое. Пожалуйста, Айкен. Добрый вечер всем гостям КВН, всем командам. Мне очень сильно понравилась игра сегодняшняя. Было очень здорово, весело. Очень много было приколов. Просто я забыл записать, блин. Сейчас бы напомнил бы. Ну, девчонки молодцы, политехские девчонки. В принципе, в политехе всегда были талантливые девчонки. Очень понравилось. Проспект «Молодость» и «Астана СВ» тоже мне очень понравилось. Давайте, дерзайте. Всегда вперед. Всего самого наилучшего. Рахмет. Пожалуйста, Беркут. Добрый вечер, друзья. Я от всей души хочется в первую очередь поздравить вас с наступающим праздником Навруз и предстоящими выборами. Все команды отличные, просто давайте всем еще раз поаплодируем. Просто невероятный такой заряд энергии получили сегодня. Отличные команды, особенно вот последняя команда «Проспект молодости». Просто молодцы, ребята. Ну вот, я очень даже хочу согласиться со словами Асель Сагатовой, да? Раньше вот как-то не воспринималась женская команда, на самом деле, да? Вот в этот раз удивили. Браво! Остальные команды, может быть, да, чуть-чуть отстают, но еще надо работать и работать. Я желаю вам всем удачи. Спасибо! Спасибо и вам. Пожалуйста, Ержанов Тимур. Меня все мучает вопрос после просмотра игры. Если самый богатый человек в Казахстане – это гаишник, который проработал неделю, на каком месте тогда тот, который месяц проработал там в ГАИ? Конечно, я присоединяюсь ко всем словам моих коллег из жюри. Сегодня была замечательная игра, поэтому я просто никого не буду выделять. Вы все были сегодня супер. Все 14 команд. Удачи вам. На этом игра завершена. Всем вам огромное спасибо, дорогие друзья. С наступающим вас праздником Наурызом. Любви, здоровья и семейного благосостояния. Друзья, ходите на КВН, смотрите КВН, любите КВН. До встречи!